К другим темам. Новосибирского полицейского заподозрили в педофилии. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям. Подробностей немного. Известно, что о преступлении сообщил отец 15-летней девочки. С его слов, школьница живет с матерью и отчимом в Первомайском районе города. А насилие в отношении ребенка якобы было совершено в конце февраля. В региональном главке МВД подтвердили информацию о служебной проверке в отношении сотрудника. Если данные подтвердятся, его уволят из органов и отдадут под суд.